Добрый день, дорогие братья и сестры. Сегодня в нашей воскресной школе преподобного Сергия Радонежского на Рязанке проводится шахматный турнир между всеми воскресными школами Юго-Восточного административного округа нашего викариатства. Время Великого Поста, неделя пятого Великого Поста, сегодня особый день, суббота похвалы Пресвятой Владычицы Богородицы, особое богослужение совершается. В нашем храме сегодня во время Божественной Литургии пел детский хор. И вот раз в году, обычно во время Великого Поста, мы проводим такой шахматный турнир. Надо сказать, что время Поста является особенным временем для детей в том числе, поскольку мы стараемся им в этот момент времени привить не только отношение особое к службе, воздержание от пищи, но тем не менее и развивать их духовно, развивать их мысли, направления, разум. И вот шахматы являются как раз такой игрой, которая способствует лучшему созерцанию, лучшим умственным способностям наших детей, и поэтому мы такой шахматный турнир проводим. В этом году у нас принимает большое количество участия детей, порядка 60 из 18 школ. Количество участников нашего турнира постепенно расширяется. Если начинали первый турнир, мы проводили буквально с нескольких человек, и только несколько воскресных школ участвовали. В прошлом году принимали участие Юго-Восточного викариатства, представители нашего, который возглавляет епископ Воскресенский Савва, то в этом году уже присутствуют представители Западного и Центрального викариатства, то есть расширяется количество участников, и это говорит о том, что турнир начал пользоваться какой-то популярностью и какую-то пользу, интерес детям и родителям, в первую очередь, приносит. Приехали дети с разных школ, и вот сейчас, вот буквально через несколько минут, начинается этот шахматный турнир, в котором дети покажут свои таланты, возможности, наклонности и способности, и будет выявлена сильнейшая команда или сильнейший участник, кто принимает сегодня участие. Надо сказать, что шахматы у нас в школе воскресной преподаются в виде кружка уже на протяжении более чем 10 лет, и они пользуются особой популярностью, и мы стараемся это поддерживать, поскольку способствует большому развитию умственной способности ребенка и его целеустремленности, а также аналитическому мышлению. И вот дай Бог, чтобы сегодня этот турнир, который будет состояться, выявил наших сильнейших детей, и чтобы он послужил их дальнейшему укреплению, в том числе и вере тоже, поскольку только вера в победу даст им такую победу и даст им основное направление в дальнейшей их жизни. Я желаю каждому участнику успехов непосредственных руководителям и тренерам, чтобы дети организованно прошли этот турнир, и через пару-тройку часов мы выявили истинных победителей и их наградили. Пользуясь случаем, приглашаю на следующий турнир, который у нас состоится в следующем году, всех тех, кто сможет приехать со всего города Москвы, здесь у нас поучаствовать в нашей школе воскресной на Рязанке.